возрождение российского футбола. Я думаю, нужно очень осторожно еще говорить, потому что очень мудрый Дон Фабио, он мужественной рукой двигает шахматные наши вот эти ходы. Меня очень интересует его... Он выбрал уже людей, и я увидел, что он дал упор на молодежь. И в этом его очень мудрый шаг. И футбол, и хоккей одновременно. Ну, наконец-то начали появляться какие-то новые люди. Потому что у нас спорт неприкосновенный. Вот сборная и все, она не меняется 10 лет. Уже пора новых людей. Уже у всех меняется, у всех новые. Ну, я думаю, в связи с нашей вот модой быть бодрым, подтянутым, не курить, не пить, а бегать, играть, мы увидим новых звезд, которые там вот в Иркутске бегают сейчас, а на площадках или в Нижнем Новгороде, их надо искать. У нас огромная Россия, у нас куча талантов, их надо вызревать, выдергивать, а пока они год-два и затух, их надо хватать и нежно, вот как листочек, Москву или еще куда-нибудь, к умным людям, и набирать этот. А наша сборная, это сборная загадка, она может выиграть любого, и может у любого, любому, ну, а, она может выиграть у любого, но может и не выиграть.